Архиепископ Владикавказский Алан Скизасима посетил военно-патриотический клуб Архангела Михаила, действующий на базе средней школы номер 24 города Владикавказа. В этот день празднично-показательным мероприятием клуб подводил итоги уходящего года. Руководитель клуба поблагодарил правящего архиерея за внимание, заботу и за содействие в военно-патриотическом воспитании молодежи Северного Кавказа. Участниками торжеств стали священнослужители, духовник клуба священник Виктор Мельник, директор Центра православного просвещения и культуры Покров Марина Балаева, председатель комитета молодежного парламента по патриотическому воспитанию Петр Павлов, руководитель общественной организации «Славянский союз Осетии» Владимир Писаренко, представители казачьих организаций, общественных объединений, бывшие воспитанники клуба и многие другие. Северо-осетинская общественная организация «Военно-патриотический клуб Архангела Михаила» существует с 1991 года. С 2011 активно взаимодействует с Владикавказской епархией. В клубе работают секции практической стрельбы, страйкбола, тактического пейнтбола, альпинизма, туризма. Преподается рукопашный бой и вьетнамское боевое искусство хонг-закуен. Воспитанники клуба на хорошем счету в спецподразделениях, армейской разведке, пограничных и внутренних войсках. Основной задачей клуба является воспитание ребят в православной традиции, с тем, чтобы они выросли сильными, мужественными, честными, порядочными и глубоко нравственными людьми. А нет больше той любви, кто как душу свою за других себя положит, не живот, душу, осознанно беря на себя бремя убийства, он защищает тех, кто сам себя защитить не может, защищает свое отечество, свою духовность, духовность церкви. И свою душу, как бы губя ее. Но Господь сказал, кто погубит душу мою, то спасет ее. Присутствующие молитвенно помянули воинов, павших при защите Отечества, после чего воспитанники клуба продемонстрировали владение оружием и боевыми искусствами. Тем, кто помогал и помогает деятельности наставников молодежи, Вячеслав Сгунников вручил различные награды. Владыка Зосима пожелал клубу Божией помощи, отметив, что служение Отечеству всегда считалось церковью делом святым, поскольку подразумевало готовность к самопожертвованию ради ближнего. Я очень рад тому, что все дети, смотрите, ваши воспитанники, все проникнут духом православия, духом воинства, не агрессивного. Здесь учат не нападать, здесь учат не убивать, здесь учат защищать и жить с достоинством. Иметь смирение, иметь терпение, иметь любовь и достоинство свое. Вот тогда, когда будет вера, когда будет с нами Бог, тогда действительно камень растопится. Нечеловеческие силы будут нам помогать. Ангелы Божии будут нам помогать. Поэтому мы всячески помогали, будем помогать, будем отстаивать, чтобы этот клуб Архангела Михаила существовал долгие годы.